Здравствуйте, передо мной Денис Агарков. Денис, сегодня ты завоевал серебро. Ну, ты уже несколько раз в призах и чемпионом был в России. Но как ты оценишь этот старт? Я так чувствую, что ты не очень мотался, потому что все-таки такая конкуренция была сумасшедшая. И, по-моему, каждый финалист был достоин победы. Давно у вас не было такого, такой дорубы. Ну, сезон вышел неплохой, личный рекорд у меня. Так, конечно, 60 метров не моя дистанция, я больше на 100 метров. Ну, доволен, в принципе. То есть 60 метров, вот, по-моему, твое достижение. По-моему, ты никогда не был вторым, да, 60 метров? Да, я был третий один раз, а вторым и первым не был 60. Какой регион представляешь? Пускай болельщики хоть поздравят тебя с таким успехом. Я представляю Липецкую область и Брянскую область. Ну, как, в принципе, там у тебя с легкоатлетикой? То есть легкоатлетика развивается в регионах или все-таки оставляет желать лучшего? Ну да, там появляются ребята молодые. Но да. Помощь есть со стороны бюджета? Или там, может, инвесторы какие-то есть, кто помогает? Нет, этого пока нету, к сожалению. Не хватает пока, да? Ну да, все, хотелось бы. Все-таки условия, наверное, должны быть получше, да, подготовки? Ясно. А кто тренер? Тренер Клюжев Борис Алексеевич и Филатова Лидия Андреевна. Уже связались с собой или еще пока нет? Нет, еще. Вот. Не знают, как бы. Ну какую тебе установку давали? Просто результат показать или выиграть медаль? И ты его выполнил? Или не было установки выиграть медаль? Да больше личный рекорд установить хотелось. Ну а там и медаль уже. Ну чуть-чуть, по-моему, личный рекорд ты, по-моему, сегодня близко был, да? По-моему, сегодня у тебя 69, да, по-моему? Да, ну у меня был 70, то есть я 0,01 улучшил. 0,01 все-таки улучшил? Да. Ну видишь как, молодец. То есть разменял вот эту 6,70 такой, да. Достаточно серьезный рубеж. Ясно. Ну и как теперь насчет лета? То есть у нас 100 метров и 200 метров, правильно? Да, летом. Какие будет бегать? Летом, как обычно, 100 и 200 метров. Ну, основной упор больше на 100 метров будет делать. То есть все-таки 100 метров это больше, да, дистанция? Да, твоя? Мне так больше она и нравится, и лучше получается. А кого из ребят отметишь вот в этом сезоне? Кто тебя был, ну, неожиданным вот, итогом года? Кто тебя удивил в этом году? Ну, Рушан, конечно, Абдулкадыров. Не ожидал, что он выиграет. Вот. Ну, а остальные ребята, Дима Лопин, боролись, и с ним давно уже боремся. Все были достойны, как ну, бы видишь, да. У вас. Такие основные соперники, в общем. Но, тем не менее, вы друг друга поздравили, то есть у вас такие дружеские отношения, ну, хорошие. Да, конечно. Вот тогда поздравляю, успехов. Так держать. Спасибо большое.